состоятся гастроли Нижегородского государственного академического театра со спектаклем «Корсар». Это тоже подарок нашему фестивалю. Даниил, пожалуйста, может, вы расскажете, что это будет? Ну, давайте я вообще расскажу про фестиваль. Значит, вы прекрасно понимаете, что в такие непростые времена это фестиваль, который должен был состояться у нас, собственно говоря, в апреле. Перенесли мы его на нынешний октябрь, как только появилась такая возможность, и все-таки решили его провести. Конечно, события, происходящие не только у нас, а и во всем мире, внесли некие коррективы и в программу фестиваля, и в список приглашенных гостей. Ну, к сожалению, а может быть и к счастью, потому что я не вижу какой-то качественной потери в этом. У нас не будет иностранцев, сами понимаете, с чем это связано. Но еще раз вам напомню, что я всегда об этом говорю на конференциях, что лучшие танцовщики, они работают здесь, в России. И совсем не обязательно в Большом театре, может быть, и в каких-то региональных театрах.